Дочь актрисы Марии Шукшиной, Анна, призналась, что мать сильно избивала ее в детстве. В эфире шоу «Звезды сошлись» она заявила, что до сих пор не смогла простить родительнице домашнее насилие и отреклась от нее. По словам Анны, мать применяла к ней физическую силу из-за уроков. От ударов у Шукшиной-младшей периодически начинала идти кровь из носа. Однажды Анну даже показывали врачам, поскольку кровотечение не прекращалось на протяжении долгого времени. При этом дочь актрисы отметила, что с сыновьями мать вела себя иначе. Никогда не била и даже давала деньги на карманные расходы. Пережитые в детстве эпизоды физического насилия вынудили Анну начать усиленно заниматься спортом. Девушка рассказала, что по этой причине увлеклась бодибилдингом, которым сейчас зарабатывает на жизнь.